Добрый день, уважаемые подписчики. Добро пожаловать в Алматикам, в нашу рабочую атмосферу. Сегодня у нас опять будет рубрика «Гость». Мы приглашаем совершенно разных гостей к себе. Вот. И сегодня вы сможете пообщаться с одним из бойцов спецподразделения Министерства обороны и задать ему в режиме онлайн вопросы, которые вас интересуют. Ну и просто подключиться к общению, задавать интересующие вопросы по, естественно, по военно-прикладным спецификам. Наших постоянных покупателей, вот именно какой-то процент у нас будет, он наш постоянный клиент. Он знает про наш товар, вот сейчас он подключится, и мы будем уже прямого. Привет. Всех приветствую, ребята. Привет, Гризли, привет. Гризли, значит, еще раз представляю, боец спецподразделения Министерства обороны. То есть он, естественно, человек, который на практике применяет то, что мы представляем нашим клиентам. И поэтому, я думаю, что очень хорошо разбирается во всех нюансах того товара, который мы представляем. Я сегодня хочу задать тебе ряд вопросов по твоей продукции и по тем дисциплинам, в которых они применяются. Ты готов, да, нам ответить на то? Хорошо. Значит, первый вопрос будет касательно, ну, естественно, так как ты, скорее всего, в динамике применяешь различные виды обуви, то есть это и прыжки с парашютом, и какие-то тактические передвижения, в вопросах обуви ты, наверное, прошарен по полной программе, да? Да. Ты знаешь критерии. Скажи, пожалуйста. Да, вот по поводу, сначала хотелось бы узнать по поводу критериев. Какие особенные критерии закладываются в выборе обуви для бойцов спецподразделения? Что, на какие вопросы они должны отвечать? Что они должны из себя представлять, эти ботинки? Ну, сразу коснемся, да, военной обувь и гражданская. В некоторых моментах, да, она бывает совпадает с критериями, но основное выделить это, ну, высокая мобильность, то есть удобность. Ее защитные, да, защитные характеристики, берем ее. И, как правило, у бойца спецподразделения, независимо, да, там, ну, которые широко используются там, в разных погодных условиях, обувь, она не одна пара. То есть под разную задачу, разный сезон времени обувь своя. Вот, тут каждый, ну, нужно каждый момент разбирать отдельно, ну, это мобильность ее и качество ее исполнения, да, то есть чтобы это не были какие-то облегченки, которые промокают. То есть чем больше стаж, грубо говоря, бойца, да, тем больше у него получается спектр обуви, то есть у него разные задачи возникают, и он понимает, что одним ботинком решить все невозможно, правильно? Конечно. Это стараемся прививать молодому там бойцу, который приходит в подразделение, чтобы первое, на что он обратил внимание, да, на подбор обуви, потому что ноги – это основа всего. Если ты вышел на задачу, какой бы у тебя промокаемый, там, непромокаемый костюм не был, то есть если у тебя промокли ноги, замерз ты, ну все, считай, ты уже не бойца. То есть как лишившийся бизнес, да, то есть фактически решаешься мобильности, ты не можешь никуда передвигаться. Конечно. И от этого зависит выполнение задачи напрямую, правильно? Соответственно, все идет от обуви. Он элементарно, он начнет отвлекаться, он начнет замерзать. Ему уже будет он не будет заниматься той задачей, которую ему ставит там командир. Он начнет, либо натирает, например, да? Да, натирает, отвлекается, и не может идти там. Ну, соответственно, то есть основа, да, там, подборе снаряжения, это идет обувь. И еще один параметр, который касаемо рюкзака, но это другой вопрос. Но это уже про предмет снаряжения. Мы сейчас перейдем к стенду с нашими ботиночками, вкратце пробежимся по ним, потому что есть опыт применения. Хотелось бы услышать вот твой взгляд на это. Что скажешь интересного? Какие виды лова, я так понимаю, ты по лове тоже хорошо разбираешься. Что из лова ты рекомендуешь нашим клиентам, как специалист? Ну вот смотрите, сразу разберем по порядку, там какие модели были, вот, это были и есть сейчас, это были зефиры, ну все знают ихнюю болезнь, и по некоторые ребята по ошибке для выполнения там специальных задач в Кавказском регионе, да,
Ну, горная местность, я понимаю, да? Да, да, горная лесистая местность выбирает, особенно такую, ну, по осени, зефиры. Неплохая модель, но она рассчитана под выполнение, ну, задач другой, в другой местности, да, более легкая, с легким трекингом, вот. То, что мы озвучиваем нашим клиентам, да, все правильно. Да, вот. И у них как есть в процессе эксплуатации их характерный минус. Они, ну, как и у всех, потому что подошва у них гнется. Вот, у них подошва гнется. Перетирается в районе носка мембрана, ну, лопается, и получается уже, они уже не выполняют свои характеристики, как у обувь. При экстремальных нагрузках, которые связаны с горно-лесистой местностью. Да, да. Правильно. Да. Вот. Да, то есть нужно подбирать обувь под конкретный ландшафт и под выполнение задач, правильно? Соответственно. Вот. И еще да, момент, я приветствую тех, кто там подтягивается. Всем привет, рады видеть вас. Задавайте вопросы напрямую нашему гостю. Да, соответственно, да. Когда подошло время, ну, так сказать, проводить определенные мероприятия, в горно-лесистой местности с тяжелым трекингом. Мой выбор стал на ловы, которые ловы Тибеты демисезонные. Вот. Наверное, имеется в виду вот эти циклоны, зетки. Эти? Нет. Они не то что относятся к более тактической военной обуви, это, скорее всего, гражданский вариант исполнения трекинга обуви для тяжелого трекинга. Лова Тибета, они так и называются. Кстати, они в магазине Тибета. У вас продавали. Понятно. Да. Типа Эльбрусов, да? У нас да. Они сейчас вот такие высокие, да? Да. Вот. Что хочу сказать сразу по ним. Все, что я покупал, в командировку собирал, да? Вот, очень положительное мнение по всему, то, что я купил, сделали ботинки, потому что за 3 месяца командировки, использования в горно-лесистой местности, они ни разу не промокли. Ну, соответственно, использование... Это мембранный гортекс, правильно? Да. За счет использования гамаш, вот, и носков, соответственно, что скулмаксом, дабы отвести влагу от стопы. Ну, люди это знают. Вот. Это ботинки хорошо себя показали, но в другой местности, ну, они не работают, они тяжелые, вот, они не нужны таких, ну, характеристик. Да. И в какой местности они, извини, что перебиваю, в какой местности они не работают, надо знать нашим клиентам, вот именно, что лучше, где лучше их не применять. Была также из опыта работа, так сказать, в местах... Ну, где сейчас, в принципе, производится боевая работа, не будем их называть, да? Ну, понятно. Вот, за ленточкой, будем так говорить. Вот, там ботинки эти не работают, потому что чем... ну, будем опираться от рельефа. Это же все-таки для сложного рельефа обувь нужна. Где есть перепады высот, склоны, спуски. Вот, характеристики, которые присутствуют в ботинках Лова Тибеты, вот, они сами за себя говорят, ну, и в характеристиках указано, использование, вот, при сложном трекинге, ну, то есть, где тебе нужно, там, и ступеньку подрубить на подъем, там, и на спуске пяточкой, там, опереться, и стопа постоянно... Я нога ставлю плашмя, правильно я понимаю? Просто как на ступеньке. Да. Угу. Там эти обувь работают. Это что касаемо, ну, общий вывод по этим ботинкам, это, ну, самые удачные ботинки, которые, ну, мне довелось, ну, использовать вот за время прохождения, так сказать, вот, моей деятельности. Ну, они часто спрашиваемые. Это, я понимаю так, что нам на будущее, конечно, хорошо бы поставить себе заметочку, что такие ботинки должны быть представлены в нашем ассортименте обязательно, так я понимаю? Или хотя бы принцип этих ботинок такой? Вот заложен должен быть, да? Они обязательно, потому что ребята, которые, ну, ездят и выполняют специальные задачи, особенно в период времени, это осень, зима, вот, они, безусловно, будут спасать, потому что много наблюдал, и те, кто не хотят обмениваться опытом, прислушиваться людей, то есть выбирали какой-то дешевый вариант, и в итоге, как говорят, ну, скупой платит дважды,
Они сначала взяли эту обувь, поносили, она рассыпалась, взяли другую, поносили, рассыпалась, а потом пришли к ним. А по итогу цена, ну, сразу бы взяли и не парились. Ну, насколько я понимаю, это такой неудачный опыт, он закладывает неправильные оценки обуви, которую мы представляем. В итоге люди теряют к ней интерес из-за этого, потому что они неправильно применяют и думают, что обувь не соответствует завышенной цене такой, да, то есть с их точки зрения. А на самом деле просто каждой обуви свой, как говорится, сегмент, правильно я понимаю? И тогда будет все хорошо работать. Конечно, вот. Еще есть, еще по обуви, еще, ну, есть о чем поговорить. Следующая модель, которая у меня появилась, это, по-моему, Z8 Lowa. Это вот модель, которая идет, идет после зефиров, которые выпустили. Вот это. Угу. Вот. Вот эти ботинки, я понимаю, да? Да. С комплексом тоже, да? Да. Вот, их опыт показал, я хочу сказать то, что эти ботинки, вот, они что-то между, среднее между, ну, если расценивать так, зефирами и тибетами. То есть, и эти ботинки, в принципе, можно использовать для среднего трекинга, потому что подошва у них уже грубее, чем у зефиров, да. Вот, и они не так гнутся. Соответственно, в некоторых моментах ее можно использовать, вот, ну, для среднего трекинга они подойдут. Очень, Гризли, очень приятно то, что наши точки зрения совпадают, потому что, когда мне приходится общаться с клиентами, да, и рассказывать им, какую обувь лучше подбирать, я опираюсь именно на эти вот факты. То есть очень здорово то, что человек в практике, человек, который продает эти ботинки, в принципе, в одном ключе мыслит. Это мне приятно, то, что я таким образом не обманываю клиентов, а здорово, очень приятно, то, что мы на верном пути. Значит, эти ботинки у нас получаются как раз что-то среднее, они для пересеченной местности, правильно я понимаю? Да, вот более, их, они как бы универсальные. Их можно пользоваться в ну, где у нас средний трекинг, да, есть перепады высот, вот так же. И также можно выйти... Ты же не будешь с собой, да, там, три пары обуви носить, там, спустился вниз, где-то по ровной идешь местности, да, и, соответственно, ты же не будешь переобувать обувь, на там, останавливаться. То есть это тебе, ну, как бы, с собой носить, там, каждый грамм веса, он у тебя на счету. То есть там, где-то, ну, и в городе такие ботинки даже можно где-то применить, и в закрытой местности, где-то на ландшафте, ну, допустим, скажем, конечно. Ну, в средней пенсионной местности, да? Да, конечно, они будут работать. Эти ботинки, они, то есть, удовлетворяют характеристикам, да, вот таким вот. Работа на, ну, в городе где-то, походить, не перемещаться, а потом выйти там, ну, в небольшую горно-лесистую местность там пройти. То есть, ну, то есть, они, в принципе, универсальны. Вот вопрос у меня такой. Вот что выбрать, допустим, нашему клиенту со средним берцем, то есть 6 дюймов, либо с высоким берцем 8 дюймов ботинки? Как? На твой взгляд, что лучше по практике, когда ему нужно выбрать из одной пары, то есть из двух пар одну? По вот, характеристикам, сразу, высокие и низкие, общался с людьми, которые, ну, по своей специфике больше находились в таком климат, где был, ну, он вообще жаркий был, они были в зефирах, и там по местности, по ландшафту был песок, вот. Перемещение по песку, где-то оборудование, позиции, ну, где у нас есть песочек, были покомфортнее высокие, потому что песочек все-таки засыпается вовнутрь, в носочек туда начинает тереть стопу, вот, ну, это неприятно, вот. С высоким, да, так сказать, краем, он спасал очень, вот, ну... Всегда можно использовать там какие-нибудь гамаши, которые как коротыши, да, и они будут спасать. Вообще, я, ну как, рекомендую, вот, по собственному опыту, если вы работаете, да, в местности, где, ну, она неблагоприятная по своим погодным условиям, там, особенно с утра, роса, либо в процессе, там, пошел дождик, вам приходится передвигаться, да, обязательно используйте гамаши, это вот... Залог успеха. Нормальный ботинок трекинговый, да, он работает еще лучше, если присутствует гамаш. Элементарная ситуация была. Мы проходили горную речку небольшую такую, ну,
русло реки, так, да? И там вроде по камням, по камням можно было, перейти. Я был в гамашах, вот. И, соответственно, еще такая характерная особенность у ботинок Лова, у них подошва, когда подмерзает, она становится скользкой. Вот, и когда я уже наступил ногой на камешек, в воду, вот, при постановке ноги произошло соскальзывание с камня, и я бультыхнулся, ну, чуть-чуть там выше гамаш, вот, но суть в том, то, что у меня верх чуть выше икры, он подмок, а нога внутри осталась сухая. Вот. Ну, вот. Это самое главное, потому что сверху это все выткнет, а ботинок уже потом придется сушить, и конечно. Если это не сделать, то можно натереть все. Конечно, конечно. Ну, это вот что касаемо эксплуатации ботинок. Ну, в крайнем случае, гамаши можно сложить и убрать в рюкзак, и гораздо лучше, чем без них. Да. Конечно, конечно. Сейчас мы перейдем к следующему вопросу. Егор, посмотрим, у нас тут какие-то вопросы есть от наших клиентов. Перейдем, я пока параллельно буду смотреть. Хорошо. По обуви непосредственно, может быть, стоит пока побыть здесь? Да нет. Нет? Не. Сейчас мы перейдем к другому, значит, нашему вопросу. Этот вопрос будет касательно армейской тактической стрельбы. Вот, и мне хотелось бы поговорить на эту тему. Насколько я понимаю, это такая военно-прикладная дисциплина, очень важна, потому что она развивает такие навыки, как точную стрельбу, динамику, и это все сопряжено с переноской какого-то снаряжения. Вот. И в связи с этим у меня вопрос. Мы сейчас перейдем к делу снаряжения. Именно. Вопрос у меня такой. Какие предметы снаряжения тебе приходилось использовать? Что ты рекомендуешь? Может быть, молодым бойцам, а может быть, нашим клиентам, которые увлекаются подобными дисциплинами. Что на себе носить? Какой вид снаряжения ты таскаешь вот там на себе? Скажи, пожалуйста. Ну, я использую снаряжение, так сказать, ну, бронежилет, пояс, ну, конкретно раскрывать характеристики бронежилета там. Ну, касательно принципа лучше и по брендам немножечко. Да. Что используешь из брендов? Принцип такой, да, АТС, да, армейские тактические стрельбы, которые вели совсем недавно, значит, в Министерстве обороны. Так сказать, генерал-лейтенант Евкуров постарался очень, отдельно ему спасибо, потому что все-таки пришли к этому, то, что необходимо вводить данный раздел в Министерстве обороны. Mm-hmm. Вот. И с чем, когда вели, да, с чем столкнулись, да, порядок размещения подсумков и вообще характеристики бронежилета, которые по госзаказу разрабатывались для военнослужащих, да, они не совсем соответствуют, вот. А поскольку опыта будем говорить про отдельные категории военнослужащих, не хватает, да, они начинают что-то лепить вообще. Порядок, да, ну, во-первых, мы должны приходить к тому, да, чтобы в процессе манипуляции с подсумками, да, перехвату, то есть нам было удобно. И такой же да. Чтобы тебе было комфортно и динамично выхватывать там, да, подсумка магазин, да, для там скоростной замены, для перемещений разных положений. Отсюда мы и строим, да, так сказать, модельное расположение подсумков на тебе, да. Но обязательно. Это пояс. Вот. Как первый шаг снаряжения, пояс используется, да, правильно? Да, обязательно. Общался с одним очень уважаемым человеком, вот, который мне привел такую жизненную, ну, ситуацию в жизни, да, когда ему пришлось отстегнуть бронежилет. И дабы не остаться ни с чем, вот, да, у него на поясе было запасных два магазина, радиостанция, нож, мультитул, пистолетные магазины, не только которые находились у него под левую руку, так как он троша, но и один магазин был под правую, потому что если у нас конечность отпадает, да, вследствие там получения ранения, то тебе не очень удобно, да, там манипулировать, ну, там, доставать, да, магазин вот, с левой руки, там, да, должны быть из правой. Да, то есть. Вот, как говорит человек, один уважаемый, да, блогер,
по снаряжению, говорит, ну, первый эшелон, да, первый эшелон, первая очередь, да, которая на тебе, это вот основа, это пояс. Столкнулись с таким вопросом, то, что, ну, в некоторых подразделениях, да, ну, обмениваясь опытом, общаясь с ребятами, при перемещении, ну, опять же, коснемся, да, в горно-лесистую местность, ребята, надевая рюкзак на себя, застегивали, ну, нижний пояс, так сказать, да, который, как правильно он называется? Да, 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 да. Вот, и мешал пояс, ну, который находился на тебе с разгрузкой. И они убирали его. Это не, ну, мы пришли к тому, что это неправильно. Вот, то есть, ну, все в процессе тренировки нарабатывается. Нижний пояс, вот конкретно мы и с ребятами многими общаясь, спецподразделений, они не застегивают нижний пояс. Да, тяжело, да, нагрузка на плечи. Но когда, ну, получается, ты скидываешь пояс, себя убираешь его, да, как ненужный элемент, и ты ограничиваешь себя в боекомплекте, то есть, ну, позаботься лучше об этом, да, потому что рюкзак можно, ну, вообще можно и нужно скинуть, потому что человек, который 5 дней уже передвигается, он уже, ну, у него нет столько сил, энергии, ему проще при огневом контакте каком-то скинуть рюкзак с себя и продолжать работать. Вот. То есть мы пришли к тому, что... У меня вопрос в связи с этим какой? Я так понимаю, что, во-первых, все под задачу, конечно, потому что всех унифицировать все спецподразделения по задачам невозможно. Где-то нужен этот пояс. Вот. Мне такой вопрос. А как тебе такая схема, что раздушный пояс первого эшелона, да, на котором находятся определенные подсумки под задачу, в том числе и для, ну, назовем так, режима уклонения, когда боец теряет связь с подразделением, когда он, допустим, ранен или вообще, в принципе, остался один, ему нужно уклоняться от попадания в плен и так далее, да, вот этот режим. Когда у него на поясе должно быть все необходимое, от запасных боеприпасов, аптечки, вплоть до набора выживания, может быть, да, в экстремальных условиях. Вот, вот когда он на себе это все носит, что если этот пояс использовать как подставку для рюкзака просто-напросто? То есть он будет, рюкзак будет упираться нижней кромкой на этот пояс, и тогда не нужно будет использовать разгрузочный ремень. Вот как тебе такая схема нравится? Удобно ли это? Схема рабочая, почему бы нет, да, ко всему нужно привыкать, со всем нужно работать. Не зря есть такие, ну, занятия, да, как перед отправкой там для, ну, работать. Ребята там целые там отрабатывают задачи, ходят там очень долго, да, это же не все не просто так. Соответственно, в эти моменты и идет подгонка снаряжения. Как тебе удобно, чтобы ты, когда попадал в местность, только менялась местность, понимаете, климат и местность. Ты акклиматизировался, ты готов к работе. Ничего же, ну, особо не поменялось, да, ты идешь, также контролируешь все моменты, ну, которые ты обучался, тебя учили, да, которые ты оттачивал в процессе для, ну, движения. Если то, грубо говоря, нужно выпустить, да. Грубо говоря, нужно все неправильные моменты из себя выдавить, конечно, грубо говоря, и идти к нужному, да? Конечно, да. Конечно. Если вот занимался на неделе, да, ну, именно АТС была, армейская тактическая стрельба, вот, я моделировал бронежилет там, ну, конкретно под задачу, да, определенную. Когда начал, ничего не менял. Также бронежилет был, пояс, вот. Когда начал заниматься именно практической стрельбой, там, кобура под пистолет, верхний подсумок на камербанде бронежилета начал мешать выхвату пистолета. Формально этот подсумок, он, ну, утилитарный, и там, ну, всякая мелочуха там лежала, да, которую, в принципе, можно убрать, переместить, вот, убрать на рюкзак, с которым ты долго, да, перебегаешь, с которым ты не расстанешься, да, с которым будет всегда с тобой. Почему нет? Некоторые ребята, они, ну, вот это вот понимание отсутствует, да, столкнулся, вот, и взял рюкзак Warrior Assault System, да, на которых там полно моли креплений слева, справа, с фронта, да. Некоторые подсумки, да, некоторые подсумки уже туда автоматически переместились. Почему тебе мешает, да, в определенной ситуации, там, ну, тот же рюкзак, если скинуть, добраться до этого подсумка. То есть, ну, то есть размещение подсумков на, именно на рюкзаке, оно не ограничивает тебя, ну, так, ну, в целом, оно, наоборот, помогает тебе что-то дополнительное взять с собой, ну, и воспользоваться этим. Это вот что касаемо этого.
И вот я же говорю, на стрельбе мне инструктор говорит, слушай, да у тебя элемент появился, вот не нужно, ты делаешь. Я такой, так, говорю, подсумок мешает, говорю, я сейчас уберу его. Убираю подсумок, все. Это вот конкретная задача практической стрельбе, да, нас там, не ограничивает, условия никакие там не ставят. Да, есть размещение там определенное количество магазинов, пистолетных магазинов, да, размещение пистолета самого и так далее. Все. Если тебе мешает что-то, да, ты не убираешь вот это вот основы, да, то, что они говорят, почему бы нет, убрать этот подсумок, да, и ты все можешь легко работать, не напрягаясь, да, лишнюю энергию не тратить на дополнительные там какие-то манипуляции с выхватом. Это что касаемо. Вот вопрос, изначально звучал, что вот в целом по практической стрельбе, да, и, экипировке, все-таки же это у нас идет практическая стрельба, да, и там основу ставят это правильному выхвату, скоростному выхвату пистолета, да, и применению его в целом. Да, да. Вот. Отсюда идут и модификации подсумков, кобуры под пистолет, да, то есть уже, как говорится, что штурмовой вариант, он открытый подсумок штурмовой, он уже здесь актуален становится, да. Но все зависит от задачи. Здесь бы я использовал, конечно, да, какие-то штурмовые подсумки открытые, да, для удобства выхвата, чтобы не тратить время на расстегивание, выхват, там, и так далее. Вот, и, Я так понимаю, что данный подсумок должен обладать еще надежностью, чтобы на всякий случай, не потерять свой магазин, потому что некоторые магазины подсумки под наши боеприпасы не подходят. Конечно. И вот здесь опыт позволил там из ребят, обмен опытом, так сказать, ребята посоветовали использовать штурмовые открытые подсумки, вот, которые сшитые целью, но с кайдекс-вставкой внутри, которые надежно зафиксируют твой магазин, вот, и не дадут ему там в процессе смены позиции в верхней сфере, в средней, либо в нижней ты работаешь, то есть не дадут магазину потеряться. В процессе работы ты все равно приобретаешь этот опыт. Там два раза пистолет потерял во время смены позиции, да, там с нижней сферы, уходя там. Тысячу раз отжался, потом уже не теряешь, уже пошел себе кобуру новую купил, которая фиксируется, да, там, процессе, там, ты получаешь опыт. Применяешь творческий подход, свои мозги, грубо говоря, то есть каждый человек должен через опыт пройти к этому. Да. Понятно, правильно. А скажи, пожалуйста, какой, может быть, есть опыт общения с нашим снаряжением, который у нас покупал? Есть такое? Да, многие товарищи покупали снаряжение и у вас, вот, но я по качеству исполнения, отличное, да, там, будь то бронежилет или пояс, если он используется с оригинальных материалов, качество пошива на высоком уровне. То есть тут конкретно можно говорить, да, за то, что подходит мне, не подойдет там другому. То есть я пришел к своему снаряжению и так далее. На вкус и свет фломастер разный, понятно. Да. То есть каждый сам решает. Самое главное, чтобы был надежный материал оригинальный, чтобы был икоремиссия, наверное, важный момент такой, да, чтобы наличие было икоремиссия. Конечно. Икоремиссия, не относились к этому всерьез. А когда начали работать с тепловизорами, то есть и так далее, реально это видно, то есть подсвети себя как фонарик там на елке, вот, и кари-миссия она решает. Но, опять же, все зависит от структуры подразделения, да, и задач, которые падают на него. То есть, некоторые на это внимание не обращают, а некоторым это очень важно, которые ведут разведывательные мероприятия, да, где, нужно немножко быть ниже травы, тише воды, подкрыть и так далее. Вот. Прям чувствуется, что у каждого слова и опыт есть. Приятно слушать, на самом деле. Прям льется одна мысль за другой, и все правильные. Лично мне, как человеку достаточно стороннему, и в то же время близкому, я не военный, но мне близка эта культура, мне прям все понятно, все прям четко, очень приятно слушать.
Хотелось бы перейти к следующему вопросу. Мы хотели поговорить, да, последний вопрос. О медицине, потому что очень важный вопрос именно восстановление после ранений, защита от таковых. Вот интересно, какую аптечку ты носишь на себе, какие элементы, да? Нужно ли для этого специальный опыт? Ну, расскажи. Да, практику, да. Которую, ну, тренируетесь каким образом, если есть такая возможность? В целом, что касаемо, да, тактической медицины, порядка эшелонирования, да, военнослужащего. В общем, пришел к тому, что на мне находятся две аптечки, да. Первая аптечка, две аптечки. Первая аптечка, она находится у меня, ну, конкретно, да, брать у меня на поясе, она сзади, вот, отрывная аптечка, да, которую можно вытащить, да. Это аптечка, которая в случае ранения, да, ну, в котором я могу, в принципе, отдавать отчет своим действиям, да, и осознавать, что, да, я могу себе оказать эту помощь этой аптечкой, я ей воспользуюсь. Вторая аптечка находится у меня на камербанде слева, да, ну, она определена, так сказать, моим, да, допустим, командиром, вот, она находится у меня там с левой стороны. Для чего она там нужна, да, вторая аптечка? Это в случае, если я буду находиться, да, без сознания, вот, мои товарищи, которые подойдут ко мне и начнут проводить со мной манипуляцию, да, показания первой помощи, вот, они воспользуются этой аптечкой, потому что там и физраствор есть, да, и гемостатики, которые, бинты, которые будут заталкиваться в рану, да, которые я не смогу этого сделать. Да, повязки эти целокс, наверное, имеется в виду. Да, я сейчас конкретно разберем, что внутри аптечки. Вот, это касаемо этот. Ну, и помимо вот этих вот аптечек, да, там, не забываем про кармашки на ногах, карманы, да, нижние, там, на штанах, куда можно положить и ППС, жгут, который находится, так называемом, треугольнике жизни, да, в районе, где ты можешь обеими руками, в принципе, его выхватить. И он, как правило, не один, да, там два жгута, жгута на тебе, которые ты можешь воспользоваться, перевязочные пакеты, вот. И, ну, вот перейдем к именно внутренней составляющей. Все-таки пришли к тому, то, что хорошая аптечка, да, ну, как и снаряжение, да, она, ну, не имеет цены, да, и не, если ты тратишь там, да, некоторые покупают, вот, допустим, я купил ботинки там, ну, сейчас крайне там, за 15 тысяч рублей, будем говорить, но аптечка одна обходится, ну, в зависимости от комплектации, ну, почти в такую же сумму. Но человек должен понимать, она может спасти тебе жизнь, а может и не пригодиться вообще. Но лучше иметь и не нуждаться, чем нуждаться, но не иметь. Как говорил один тот же человек. Приятные слова. Да, так и да. Вот. Не оправдала тебя, то есть она оправдывается, если ни разу не применилась. Я думаю, так. Да, конечно. Что используй, да, берем гемостатические средства. Это работали с разным, гипоглосс, потом гемофлекс комбат, то есть целокс бинт гемостатический. Все работают при правильном использовании. Был такой опыт, когда мы работали, ну, так сказать, на живом организме, да, будем говорить там, на сборах. И когда была перебита артерия, да, вот, и зажимы убрали, там, приток крови был очень большой, и когда я, ну, гемостатическим винтом не дошел до очага, вот, прошло 5 минут, и я поднял бинт, я понял, что все это время бинт напитывался просто кровью. Ну, он не сработал. Ну, да. Желе не образовалось, пробки не образовалось. Да, не образовалось. И тут, ну, стоит выделить, да, то есть при правильном использовании там гемостатических средств, они только, ну, начинают правильно работать. До того вы потеряете время и останется неприятное ощущение того, что, ну, у вас не получилось, и эта фигня, она не работает. На самом деле она работает, просто нужно немножко за нее почитать, руками потрогать, практики немножко больше, да. Вот, был там товарищ, рассказывал, ну, с другого подразделения, там, вот, я собрал там туда-сюда, там, аптечку, говорю, а... Кто-нибудь умеет пользоваться вообще вот внутренней составляющей этой аптечки? Он такой, ну ты знаешь, мы только к этому приходим. Я говорю, ну надо быстрее учиться, потому что, не дай бог, с тобой что-то случится, он возьмет эту аптечку и видит только там жгут. И больше он ничего видеть не будет, потому что он, ну, ничем не сможет воспользоваться, потому что он не умеет этого делать.
Есть... Ну, плюс еще у него тоннельное будет видение, он ничего не сможет, нужен опыт. Конечно, мандраж. Mm-hmm. Есть, мы такую практику делаем, ну, это такой небольшой лайфхак при медицинской подготовке. Это создание кислородного голодания, да, при оказании помощи, ну, товарищу, да, своему отработка. То есть, при создании психологического воздействия это обязательно. То есть, но когда ты переходишь уже именно работа накладывания жгута на определенную конечность, да, мы приходим к тому, то, что начинаем имитировать кислородное голодание. Да, там. Человек начинает задыхаться и начинает манипуляцию руками быстрее проводить. Ну, вследствие чего тренируется делать. То есть, потихоньку, в целом, да, если взять медицинская подготовка, да, тактическая медицина, она в подразделениях специального назначения, да, будем так говорить, или ребят, которые работают именно вот в сфере, да, постоянного воздействия, вот, боевые ситуации могут возникнуть, да, вот. То есть она обязательно, она становится наравне с огневой подготовкой, ну и так далее. То есть это особо важный раздел, который необходимо и нужно изучать. Общаясь с многими ребятами, знакомыми из управлений разных, там, да, из элитных подразделений Министерства обороны, да, которые совсем недавно у нас появились, везде медицинская подготовка стоит вот на первом месте, как говорится. Потому что... Ну, потому что она повышает живучесть бойца, естественно. Конечно, конечно. Да. Потом, это что касаемо было, если брать, да, гемостатиков, да, их очень много разных. И для пулевых, да, ну, для пулевых я использую это аппликатор целых. То есть, ну, и обязательно, я обязательно к этому, так сказать, девайсу, да, медицинскому, обязательно скальпель с собой. Потому что пуля калибра 5.45 оставляет очень маленькое отверстие, и не всегда ты можешь аппликатором... То есть, ну, достаточно толстый, да. Да, это что такое лайфхак. Ну, кто руками трогал, тот знает и понимает это, да? Вот. Да, по поводу перевязочных пакетов, предпочтение все-таки отдаю израильским перевязочным пакетам, потому что, ну, с ними поработал, ну, лично мое мнение, они удовлетворяют требованиям, да, они, может быть, дороже немножко, чем ополовки на нашего производства, вот, но они удовлетворяют всем требованиям, поэтому, ну, то есть, купиться и залить там средств на хороший перевязочный пакет не стоит. Ну, естественно, как на всю аптечку, в принципе, скупиться не стоит. Пробегись, пожалуйста, вкратце, что должно лежать в аптечке первого уровня, вот непосредственно на поясе, так вот, по ассортименту? Перевязочный пакет, жгут, вот, и гемостатический бинт, вот. Еще в аптечке, да, которую я могу себе применить, у меня находится там ампула, которая находится обезболивающая и противошоковые таблетки, а именно против развития инфекции, антибиотик широкого спектра воздействия. То есть, в случае, если у тебя нет ранения живота, сразу таблетки закинул, для бы предотвратить инфекционное развитие болезни, то есть, и подхватить. Ну, Ну и, соответственно, промедол там же лежит. Если у вас нет там промедола, это обезболивающее средства, да, то есть, ну, такое, которое ты можешь использовать, вот, ну, в принципе, в аптечке, вот, той, которую я ношу, там еще, как правило, есть у меня перчатки, ножницы там находятся, вот, чтобы проводить манипуляции, маркер там обязательно должен быть, да, маркер там должен быть для фиксации времени, вот, ну, в целом, так сказать, это вот касаемо первого минимализма, да. Гемостатические средства, жгут, перевязочные пакеты, маркер. Ну ампульницу я туда положил, потому что, ну, была практика применения, то есть обязательно раз закинул. Все это должно быть, наверное, в быстром доступе, потому что, чтобы это сразу вывалилось в руки, правильно? Можно, кстати, поздравить. Конечно. Вот, Александр Разведов, который, он с Романом Хорсом выпустил видео, так сказать, с таким названием, да, аптечка для пятой точки. Вот.
очень познавательное такое видео, где аптечка находится на, находится на поясе сзади, да, в которой можно ее что влево, что вправо выдернуть, находясь с рюкзаком, находясь там в неудобном положении, она, в принципе, ну, легко доступна. Да? Резиненная, она резинками удерживается, да? Да. То есть, да, она, у нее есть чехол, в который она вставляется, и она выходит либо влево, либо вправо. Эту аптечку использую я как для применения в первую очередь. Вот в первую очередь, которую я смогу, да. Я, конечно, могу дотянуться рукой до аптечки, которая находится у меня сбоку, но она по своему составляющей отличается от той только наличием физраствора, да, и для, так сказать, шприца для внутрикостного введения, вот. Которые я тоже использую. Вот, которые я тоже использую. Вот. Ну, в принципе, это что касается. Извини, что перебиваю. Вот этот пистолет для внутрикостных инъекций, когда он применяется непосредственно? Для чего он нужен? Вот. Это он применяется в том случае, когда мы восполняем этап восполнения кровопотери, да, когда мы не можем найти вену, да, попасть иглой в вену, да, как. Катетером вену ввести. И человек, ну, вообще он применяется, когда человек находится без сознания, потому что процедура не из приятных, да, там, когда мы, ну, вводим... Ну, да, понимаю. Костную ткань, да, так сказать, если правильно выразиться. Вот, но она очень эффективная. То есть она заменяет вену, то есть если у нас две конечности целые, да, то есть мы обязательно, ну... А, вот, самое главное, что я не сказал, да, но что я не сказал, возвращаясь, если разобраться по порядку, это обязательно наличие назофарингеального воздуховода, вот, дабы, ну, произвести, да, освобождение дыхательных путей у человека, который, ну, пострадал, будем так говорить, да. Тем более, вот, в бессознательном состоянии он об этом сказать не может, поэтому все делается автоматически. Конечно, 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 да. Понятно. Вот. Ну, это да, вот так. Да. Извини, что перебиваю. Хочу просто сейчас, вот, пользуясь прямым эфиром, поздравить сегодня День морской пехоты. И я хочу поздравить всех, кто причастен к этим доблестным войскам. Да, было очень, очень интересно по поводу медицины. Это просто, наверное, самые бесценные знания. Потому что все, что мы сейчас сегодня обговорили, это те моменты, которые строят бойца. То есть с ботинка, грубо говоря, все начинается. Снаряжение обеспечит выполнение задачи, а медицина – это то, что продлевает жизнь бойцу на поле боя, грубо говоря. Так что, конечно, эти моменты, которые мы сегодня осветили, они очень важны. И очень здорово, что такой подготовленный собеседник у нас сегодня был. Вот. Но, Гризли, я хочу тебя поблагодарить за то, что ты сегодня с нами был. И в качестве презента мы тебе хотим... предоставить белье «Фантом» от 545 дизайн. Вот. Ты, конечно, потом скажешь свой размер. Мы тебе подгоним именно нужный непосредственно тебе. Носи на здоровье. Это хорошее белье, которое выпускается компанией 545 дизайн и обеспечивает комфорт в боевых условиях, сложных климатических. Спасибо большое. Всегда был рад, пожалуйста, пообщаться, поделиться опытом, потому что считаю то, что обмен опытом и знаниями, ну, на этом скупиться нельзя. Всегда, ну, бывают такие ситуации, которые ты в своей жизни, ну, не смог обхватить. И опыт принимать обязательно нужно. Ты его прогоняешь потом через собственный опыт, отсекаешь лишнее и оставляешь, ну, то есть, то, что тебе нужно. Я считаю, обмен опытом, общение, то есть, это всегда очень важно, вот, и нужно. Да. Точно. Извини, немножко фактически не по теме. Вот твои очки. Я наблюдаю, что это очки, которые напоминают мне чем-то Smith Optics, правильно? Да, да, да. Расскажи вкратце по применению. Нравятся тебе эти очки, удобные? Очки. У меня были очки именно американской фирмы ESS. Crossbone, по-моему, называется. Ну, что-то такое, да. Вот. Пользовался ими. Была одна линза черная у меня, ну, устраивала все, да, денег они тоже как бы хорошо стоят, ну, защита глаз там, да, она тоже немаловажная. Но они мне, ну, в процессе эксплуатации не подходили, потому что использовал и полтора там, ну,
мять гелевыми подушками, все равно давила на ушную раковину, невозможно было долго носить. Вот. Столкнулся с этими очками, то есть приобрел. Если все, хожу, не нарадуюсь. Все устраивает. Во-первых, сменные линзы, да, ну и там были сменные линзы. Но сама дужка и форм-фактор меня устраивает больше. Во-первых, это ну, металлическая, да, там, после проведенного определенного лайфхака с вашим сотрудником, да, так возьмем, вот. Они стали намного лучше. И, ну, в целом, я рекомендую очень-очень хорошие очки и по классу защиты и по форме. Опять же, возвращаемся, да, там, к разведосу. Он говорил, ну, то, что нужно. Очки должны быть удобные, они должны быть понтовые, потому что они будут всегда на тебе, вот, то, что будешь круто выглядеть, это в первую очередь. Тебе никогда не захочешь. Да. И ты никогда не захочешь их снять, потому что, как опыт показывает, как только ты что-то делаешь неправильно, снимаешь очки, происходит какая-то ерунда. Вот. Ну, нет, понимаем, да? Встаю на суд с тобой. Да. Ну, я хочу сказать то, что, ну, все-таки, если приходится работать в пустынной местности, да, такие очки, они, ну, не совсем подходят, потому что при патрулировании на технике, либо, да, нахождение на улице, при патрулировании, то есть пыли, ну, воздействие окружающей среды, она все равно, ну, там пыль забивается в глаза, и не совсем они, ну, удовлетворяют, ну, требования, да. Да. Я понял. Можно брать закрытые очки, вот. Это очки очень хорошие для перемещения там, ну, в лесу, вот, да, там, чтобы ветка там при прохождении глаза там не выколола. В практической стрельбе показали они, ну, тебя изумительно вообще. Желтая линза. Я же говорю, не нарадуюсь просто. Очень изумительно. Хорошие очки. Рекомендую. Ну, хорошо. Хорошо, что понравились. А, вот, ну, мы на этом сегодня закончим. Я надеюсь, что мы и впредь будем общаться. Вопрос, может быть, давайте посмотрим. Нет, может, у самого Гризли есть какой-то к нам вопрос. Может быть, есть вопрос, задавай. Если нет вопроса, соответственно, мы закончим сегодняшний стрим. Да, вопросов нет, поблагодарить хотел вас, мужики, как бы развивайтесь. Но в нужном направлении идете. Много лет слежу за вашим развитием вашего магазина. Как бы специалистами в широких сферах общаюсь, все хвалят. Вот, продолжайте в том же духе. Успехов вам больших. Спасибо. Будем стараться. Ну, счастливо, до связи. Пока. Да, до связи, мужики, давайте. До свидания. Пока. Попрощайся. А, ну, так вот, мы закончим наш эфир сегодня. Следите за нашими грядущими эфирами, задавайте вопросы, будем комплектовать из них группу вопросов и задавать нашим гостям, либо мы сами будем отвечать на ваши вопросы по ситуации. Так что до новых встреч, пока!